Распою. Суета на станции, у дочки температура, а во сне налеты авиации, горит прокуратура. На багажной полке гремит сито, малороссийский говорок, а в голове те двое сбитых, а рядом женщина без ног. На вокзале тетушки с тюками и подростки с гильзами в карманах, то в политике меняются игроками, а их отцы в кровавых ранах. Спальня беженцев у входа, карапуз засунул ложку в рот, что стоит вся ваша великая свобода, если этот маленький умрет. Долго будут вспоминать и спорить по обе стороны донецких берегов, как в одной стране людей поссорить и калечить, как врагов, как с другой страной людей поссорить, видеть в них смертельных врагов. Хочется закрыть глаза, молиться, забери меня прямо сейчас, лишь останови во мне убийцу, только примири скорее нас. Лишь останови во мне убийцу, только примири скорее нас. Спасибо. К сожалению, приходится на грустной ноте заканчивать. Но я дала слово, что три песни спою. Спасибо вам.